Сегодня мы будем рисовать корсет. Для этого нам понадобится черная гель-краска Наоми, красный гель-лак Наоми номер 10 и белый гель-лак Наоми номер 1. Красным гель-лаком рисуем как френч, только оставляем небольшое пространство. Сушим. Во избежание смешивания цветов после нанесения элементов подсушиваем все по 30 секунд. Затем черной гель-краской делаем контур. Дотсом ставим черные точки на красном, а от контура рисуем небольшие колечки. Белым гель-лаком рисуем ячейки для шнурочка, внутри черным. Рисуем сам шнурочек. Покрываем закрепителем и корсет готов. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш YouTube канал. Все материалы, которые мы использовали, вы можете приобрести в магазинах Наоми.